Привет, друзья! С вами производители ножей Тиборда Фэнтези и Настя. Сегодня хочу с вами поделиться своей последней дизайнерской посылочкой. Начну с вот такого ножа инструменты. Вырубила я из зеркального картона. Мне кажется, серебряного даже было бы лучше, потому что эти инструменты были бы более реалистичны, но и так тоже очень красиво. Очень хорошо, мне кажется, они подойдут и в открытки такой размер небольшой, и в альбомы как небольшие акценты. Нож такой тоже must have, он не только для мужских работ, но вообще для любых работ. Часы. Люблю такие ножи. Его очень хорошо будет в слои подкладывать и даже использовать как отдельный элемент. Вот такая маленькая ажурная бабочка. Тоже такого хорошего, правильного размера для открыток. Вот и не только. Красавица. Можно ее вырубить из белого картона и раскрасить. Можно из какого нож из категории, которую я очень люблю. Это надписи. Вот такая прекрасная надпись с любовью. Хорошего очень тоже размера. Красивый шрифт. И я люблю такие надписи использовать, из двух цветов делать вырубку, склеивать ее с небольшим смещением, делая тень. Либо такие блики, если под низ приклеен зеркальный или металлизированный картон. Нож салфетка. Это такая половина салфеточки. В принципе, нам не всегда и довольно-таки редко нужна салфетка целая. Вот такая половинка салфетки. Можно, если вам уж нужна будет, их просто вот так вот две склеить. И получится у вас полноценная салфеточка. Мне очень нравится эта вырубка. Кстати, вырубаются все ножи, которые я сегодня показываю, с первого проката. И легко чистятся. Совершенно нет никаких проблем. Специально решила попробовать все ножи, чтобы рассказать вам звезды. Люблю такие ножи динамичные. Здесь у меня два ножичка со звездами. Вот такая, как стрелка, подвеска и рамочка. Что еще хорошо в этих ножах? То, что здесь получается у вас вот такие маленькие звездочки, как конфетти, разного размера. Их никогда я не выбрасываю, добавляю всегда в работы. Здесь, кстати, вот на фоне вы можете их видеть, это они. И получается вот такая красота. Эта рамочка, смотрите, какая она тоненькая, ажурная. И вот такой элемент, это и для мужских, и для детских работ. Есть у меня такой нож стимпанк, то есть он такой для более мужских работ. Мне очень нравится, потому что именно такие ножи не какой-то динамики работе придают за счет своих четких линий. Именно сердечная тема. Вот такие сердечки с завитками. Такой очень интересный, необычный фантазийный нож. Ну, не зря компания, которая производит, называется Фэнтези. Теперь вот такой маленький ножичек. Здесь тоже такие конфетти сердечки получаются. Он вот такой, как и фоновый, и на подвеску на какую-то похож. Мне очень нравится. Такой милый, небольшой. Люблю такие небольшие сердца. Сердце большое. Из него получается два элемента. Получается вот такое большое сердце. И в центре остается, можно его окрасить каким-то другим цветом и в центр посадить. Либо вырубить из другого картона, другого цвета. У меня завитки. Вот такие шикарные завиточки. Этот чем хорош, тем, что у него хвостики смотрят все в разные стороны. Можно его разрезать на части и получится вот такое шикарное. С капельками, как с росинками. Растительная тематика. Вот такая пара колосочков. Тоже чем они мне нравятся, это тем, что они и разного размера, и имеют разное направление. То есть не два одинаковых элемента разного по размеру, а вот так в разном направлении очень хорошо в композицию как-то добавлять
когда мне очень нравится, когда смотрят хвостики в разные стороны, либо листочки, либо как здесь, уже такие полноценные элементы, но смотрят в разные стороны. Теперь елочка, это то, без чего не обходится почти ни одна зимняя работа. А вот такая малышка. Хороший размер для открыток, для альбомов, для страничек. Вот такой нож. Очень похожий на шиповник, на бутоны какие-то. Вот такая красивая вырубка получается. Опять-таки та же история, что все они смотрят в разные стороны. Если вы захотите его разрезать, будет очень хорошо. Опять-таки добавлять в композиции. Кстати, это у меня вырублено из картона. Не картона, а акварельной бумаги, окрашенной краской с эффектом металлика. И смотрите, какая получается вырубка. То есть можно себе любого цвета делать вырубку, если у вас есть обычная бумага для акварели и разного цвета. Невероятно шикарная ажурная рамка. Как только я увидела этот нож, влюбилась в него сразу. Когда вы вырубаете, у вас получается вот такой полноценный элемент. Посмотрите, как это красиво. Вырубается точно так же с первого раза. Ну, я всегда все ножи у себя на машинке, но это уж особенности моей машинки, я прокатываю туда и обратно. Абсолютно все, всех производителей. И поэтому, ну вот, ой, как это красиво. Мне просто очень нравится шикарный нож. Теперь вот это, посмотрите, какая невероятная шикарная красота. Это розы, бордюр. Вот такая огромная вырубка. Ее можно окрашивать, добиваясь какой-то реалистичности. Да, окрашивать листочки, бутоны, цветы. Можно вот таким однотонным картоном. Шикарно. Кстати, у меня машинка формата А5. И как раз идеально помещается на мою пластину. К цветочным ножам. Вот такой нож. Набор ножей мелкоцвет. Оркоцвет. Мелкоцвет, оркоцвет. Состоит из вот таких нескольких элементов. Кстати, никогда я вот такие ножи, когда они с перемычками, я никогда их не разрезаю, чтобы было удобно, чтобы они не рассыпались. Сделала я несколько цветочков. У меня была окрашена акварельная бумага спреями, и просто я так быстренько накрутила цветочков, чтобы попробовать, что получается, посмотреть. Вот из всего набора у меня получились вот такие цветы. Посмотрите, какое у них красивое тиснение. Очень мне нравятся. Они какие-то такие необычные, фантазийные. Особенно если их как-нибудь окрасить более сложно. Допустим, кончики цветов, либо сердцевинку. Будет, мне кажется, еще красивее. Они будут выглядеть еще объемнее. Теперь вот такая пара ножей. Ну, начну давайте с этой. Это гортензия. Тоже это набор ножей. Здесь 8-9 элементов. Я уже делала с этими ножами работу. Сейчас вам ее покажу. Здесь эти ножи, цветы эти у меня в главной роли. Вот эти прекрасные цветочки. Посмотрите, какое тиснение красивое. Просто я от них в восторге. Честное слово, никогда не любила цветы раньше. Но как только у меня появились ножи фэнтези цветочные, я их начала делать. И... ну, люблю я это дело. Потихоньку превращаюсь в цветочную фею, чего от себя никогда не ожидала. Посмотрите, как это красиво. Еще один нож шикарный. Нож называется Плюмерии. Тоже я делала с этим ножом работу. Покажу вам сейчас. Это вот такой красивый нож. Здесь я вырубала из скраб-бумаги, то есть просто взяла скраб-бумагу, с которой делала эту открытку, и из нее вырубила цветочек. То есть если вы захотите сделать приближенный к реалистичному, я думаю, я очень хочу попробовать настоящую сделать плюмерию и посмотреть, что получится. Но мне это очень нравится. Какие шикарные получаются цветы. И на десерт вот такой нож, который я себе очень давно уже хотела. Он называется ветка. Нож этот чем хорош? Тем, что из него можно делать и ветку какую-то сухую, ветку с листиками, с цветочками.
Можно из этого ножа делать кораллы. Я тоже с этим ножом сразу, я в первый день, как получила посылку, я сразу же сделала работу. Вот, кстати, вот эти обе работы, которые я только что вам показывала, они обе сделаны с использованием этого ножа. Это вот такая, посмотрите, невероятная красота. Это я вырубала из глиттерного картона. Какой он красивый получается. И здесь в этой морской работе тоже точно так же этот ножичек. Тоже такие, как кораллы. У меня золотые получились. Но здесь я делала вырубку не из просто металлизированного картона. Зеркальный картон золотой. Так что, друзья, обязательно заглядывайте к фэнтези в магазин. Постоянно пополняются новинки. Как видите, абсолютно из разной тематики есть ножи, есть какие-то строгие, есть детские, есть веселые, есть фантазийные. И самое главное, это цветочные предметные ножи, а какие-то маленькие имитирующие какие-то повседневные предметы. Есть, кстати, очень красивые губные помады и духи, флакончики. Поэтому у фэнтези есть ножи на любой вкус. Очень спасибо, что цене. Вы сегодня были со мной, что зашли, заглянули. Вдохновение вам, творите, наслаждайтесь солнышком, если оно у вас есть, если нет, пусть оно у вас будет. И до скорых встреч, пока-пока.